Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и это очередные новости на канале Gadget X. Zoppo Flash G5 Plus оснастили безрамочным дисплеем и стеклянным корпусом. Компания Zoppo анонсировала смартфон Flash G5 Plus, корпус которого с двух сторон покрыт 2,5D стеклом. Новинка оснащена металлической рамой и 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD. При этом производитель обращает внимание на практически полное отсутствие боковых рамок. Сердцем телефона является 64-битный 8-ядерный процессор MT6753 вкупе с 2 гигабайтами оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти. Последнюю можно расширить посредством установки карты памяти объемом до 64 гигабайт. Flash G5 Plus оснащен основной 13-мегапиксельной камерой и разрешение фронтального модуля составляет 5 мегапикселей. Светодиодная вспышка присутствует как спереди, так и сзади. На задней стороне смартфона расположился сканер отпечатка пальца. Емкость аккумулятора составляет 2800 мАч. При габаритах 153,6 мм по высоте, 75 мм и 5 по ширине и 8,3 мм толщина и весит 206 грамм. В смартфоне есть функция разделения экрана для одновременной работы с несколькими приложениями. Работает новинка на Android 6.0 Marshmallow. Стоимость Zoppo Flash G5 Plus пока не сообщается. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.